Сотрудники авиационного отряда спецназначения с помощью комплекса высотного видеонаблюдения на базе привязанного аэростата «Ока» обеспечивали контроль и мониторинг обстановки в районе стадиона «Фишт» в период проведения матча чемпионата мира по футболу. Данный комплекс высотного видеонаблюдения предназначен для мониторинга подстилающей поверхности, и как в дневном, так и в ночном режиме, и для передачи в режиме реального времени заинтересованным службам, наземным службам. Этот комплекс регулярно используется при проведении массовых мероприятий. Он уже доказал свою эффективность в ходе проведения «Формулы-1» и Кубка конфедераций. Кроме этого, авиационный отряд использует вертолет Ми-8 и комплекс беспилотных летательных аппаратов с фото- и видеосъемкой с возможностью передачи информации оператору в режиме реального времени.